Здорово! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. В общем, ребята, вышло новое обновление для Хаги-Ваги вентиляции, так что давайте заценим. Первым делом, конечно, зайдем во фриплей, и тут... Ну почему только одна песенка? Ну как, блин, так? Ладно, ладно, ничего страшного. О, вот это уже круто! Хаги хочет поиграть, скоро выйдет вторая глава, ребят, как я этого жду. Ну что же, на харде. Давай сначала на нормале, а потом на харде попробуем. Потому что, блин, сам знаешь, я только возвращаюсь на YouTube. Капец, офигеть! Слушай, прикольно, нифига, анимация сделана. Круто, круто. Так, первым делом давай, наверное, проиграем. Попробуем проиграть. Эта песня, вот, уже прошло, слушай, месяца три, а песня прям до сих пор заходит на самом деле, ребят. Тан-тан. Блин, я и забыл, что тут такой скримак. Гетап. Давай, давай. Очнись, ты обосрался по полной программе. Так, ладно, хорошо, хорошо, друже. Ладно, все, начинаем, начинаем. Жесть. У меня реально вот... Как же это... Фобия это называется? Ну, боязнь замкнутых пространств. Клаустрофобия, да? Ну, тут прям вообще... Ладно, хоть есть... Путь! Вентиляция слишком большая какая-то, не? Как будто специально. Капец, он очень близко. О, как-то посвященней стало, да? Хорошо идем, а, дядь? Пойдет вообще ни одного мисса, а? Капец, вентиляция какая длинная! Ха-ха-ха!
Хорош, друзья. Но это на нормале, понимаешь? Сейчас на харде-то по-другому, я думаю, будет. Ля. Блин, капец, смотри, как скалится. Блэйпред, когда же ты уже, блин... Поймаешься. Хорош. Так, ну и сейчас мы попробуем на харде. Ребята, давайте, давайте заценим это. 3, 2, 1, go! Просто я говорю, у меня только-только пальцы наконец-то начали, блин, адаптироваться. Давно в ФНФ не играл. Блин, болел ужасно, ребят, вы извините. Я, короче, офигел, но на Алиэкспрессе уже появились игрушки Хаги-Ваги. Полный рост продают. И большие, и маленькие. О, красные стрелки я люблю. Кайф. Вот сейчас будет интересно. Офигеть, сколько их! Трики бы в гробу перевернулся, как говорится. Офигеть, мы еще нормально играем, ребят. Косячил все-таки, а? Блин. Кто вот думал, что я так и сделаю, а? Блин, я до последнего думал, что получится все. Уже 2, 5. Все, ребят. Сколько там? 3. Ну ладно, ладно. 3, сопли подотри. Ребят, все равно неплохо. Возвращаемся потихонечку. Очень здорово, что прохаги продолжают делать модификации. Эх, скоро новая глава, как же я ее жду. Ну что же, друзья, надеюсь, вам зашло. Не забудьте поставить свой жирненький царский лайк. Бай-бай, дорогие братишки.